Поддержать наших спортсменов в преддверии летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро вышли сегодня химчане. Недавно разгоревшийся допинговый скандал вокруг наших легкоатлетов задел за живое многих россиян. Не смогла остаться в стороне и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, которая организовала сбор подписей в поддержку нашей команды. Уж она-то не понаслышке знает, что для любого спортсмена, который представляет страну на международной арене, важно ощущать поддержку своих соотечественников. В момент 1992 года, выступая на Олимпийских играх, когда мы распад страны был, мы не имели ни флага, ни гимна, в общем, ни названия страны, да, и мы выступали, мы побеждали. И мы каждую мелочевку в поддержку нас, мы это чувствовали. Мы не чувствовали себя такими одинокими. Химчане с энтузиазмом подхватили идею. Многих дисквалификация наших спортсменов расстроила и даже шокировала. Но веру в команду люди не потеряли. И за наших спортсменов, кого допускают, вчера вот пловца допустили, я прям аж рада была. Я считаю, что политика вообще не должна влиять на Олимпийские игры. И исключение, и дисквалификация по такому вообще надуманному поводу – это убиющая несправедливость. Мы болеем за наших россиян, за наших женщин, девушек, мужичков, которые отдали все свои силы, и их обвиняют черт знает в чем. Они будут получать медали и за себя, и за тех, кого не допустили. Свою подпись в поддержку нашей сборной оставил и глава городского округа Владимир Слепцов. А паралимпиец Николай Лукьянов уверен, что наши атлеты в Бразилии теперь будут бороться за медали с двойным упорством. Будут стараться еще и приложат усилий в два раза больше, чем они это сделали в обычной ситуации. Потому что такая ситуация, надо доказывать, что мы самые сильные. Ну а мы, болельщики, опять же, спортсмены, которые занимаются другими видами спорта, будем изо всех сил поддерживать нашу сборную и посылать свои энергетические импульсы. Я вот уже несколько дней не бреюсь, буду отращивать бороду на удачу. Собранные подписи Анфиса Резцова передаст в Российский олимпийский комитет. А нам остается только верить в нашу команду. Надежда Сутягина, Виктория Волкова, Олег Мелехов. Служба новостей.